Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп Ираник». И сегодня мы выучим новые слова на татарском языке. Вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Сегодня в нашей игре принимает участие Алиса Адиатульна и ее мама Роза. Здравствуйте! Салям, салям! Вторая наша участница Диляра Валеева, и сегодня ее поддерживает Айса Лугабдинова. Салям! Алиса поет с 5 лет. Она лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Совсем недавно она начала танцевать в группе «Сайяр» и участвует во многих телевизионных проектах. А еще она играет на курае. Давайте посмотрим. Алиса, как ты все успеваешь, и играть на курае, и петь, и танцевать? Как тебе все удается? Я очень люблю ходить на курае. Помимо этого, у меня есть еще расписание, куда я еще успеваю ходить на танцы, вокал, хор, сольфеджио, слушание музыки. Ничего себе, сколько всего нужно успеть. Роза, вы разделяете увлечение дочери? Конечно, разделяю. Вот я сама с детства не ходила в музыкальную школу, не посещала уроки музыкальной школы, поэтому я думаю, что нашим детям стоит посещать музыкальные уроки, и на самом деле это хорошо отражается на их воспитании. Алиса с удовольствием ходит на уроки вокала, на сольфеджио, да, Кузум? На сольфеджио мы с удовольствием ходим, курай мы любим. Ну, в общем, мы совмещаем все, что можно совместить, и нам это удается, да, Кузум? Ну, это очень здорово. Я надеюсь, что в будущем ее ждет очень много успехов. И огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Давайте познакомимся с еще одной нашей участницей. Ее зовут Диляра. Она любит петь и танцевать. И, несмотря на свой юный возраст, она победительница многих международных и всероссийских конкурсов. И также участница многих телевизионных проектов. Внимание на экран. Расскажи, что ты любишь больше делать, петь или танцевать? Я люблю больше всего петь. Ну и танцевать я тоже люблю, но, наверное, больше петь. Больше петь? Айсло, расскажите, какие достижения есть у Диляры в вокале? Диляра у нас большая умница. Я вижу, что в ней есть талант, какая-то изюминка. Мы с ней уже вот несколько лет занимаемся. Она у нас активная участница конкурса на ТНВ «Жерлымыл и Балащак». Также у нас уже есть 2 клипа. И я думаю, скоро у нас будет столько песен записано, что мы доберемся до альбома сольного. Ну и сольный концерт впереди, я думаю, конечно, тоже ожидаю. Конечно, конечно. Ну, мы желаем вам удачи и огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Друзья, мы познакомились с нашими участниками. Пора начинать нашу программу. Тема сегодня – явление природы. Табигат куренешлере. В эфире первый тур, который называется «Жауаптап. Найди ответ». И нашим командам предстоит послушать рассуждения детей, которые говорят о различных природных явлениях. Естественно, угадать, о каком природном явлении идет речь. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ 1 балл. Внимание на экран. Оно бывает зимой. Не видно лепесточков. Из него можно делать снеговика и комочки. Алиса, из чего же можно делать комочки из снеговика? Из снега. Из снега. Уверена? Ага. Ага. Ну, ты получаешь 1 балл, потому что это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Снег по-татарски будет хор. Мы продолжаем с Дилярой. Диляра, внимание на экран. Я люблю, когда жалко, но когда холодно, не очень. Они бывают песчаные, водяные. Бывают он теплым, холодным и... дует. Он развивает волосы, поднимает платье.
Итак, Диляра, о каком же природном явлении идет речь? Ветер. Ветер. Уверен на 100%? Да. Ну, ты молодец, потому что это правильный ответ. Ветер по-татарски жиль. Мы продолжаем со взрослыми. Роза, вам следующий вопрос. Внимание на экран. Она белая. Это когда такая стрелочка попадает в землю. Я ее видела у моей бабушки. Ну, он человека убить, если вот стрелочка попадет в человека. И все сверкает. Что же это за стрелочка, которая стреляет из земли? Мне вот Алиса подсказывает, что это молния. Молния? Нет? Алиса, уверена? Или гроза. Или гроза. Или молния. Ну что же все-таки попадает с неба в землю? Молния. Молния, совершенно верно, не стоит сомневаться. Молния по-татарски яшен. Я вас поздравляю с еще одним баллом. Айсулу, играем с вами, вопрос для вас. Люблю, потому что растет деревья, елки, и голубям можно пить водички. Солнечный день, появляется облачко и начинает плакать. Капают и делают лужи и тучи. В такие дни я беру с собой зонтик. Итак, когда же мы берем с собой зонтик, во время какого природного явления? Мы с Дилярой посоветовались и думаю, что это дождь. Уверены? Уверены мы? Да. Да. Ну и правильно, что уверены, потому что это правильный ответ. Дождь по-татарски «Янгар». Ну а следующий вопрос мы угадываем с помощью наших игрушек. Берите их в руки. Как только мы досмотрим видео до конца, кто первый нажмет на игрушку, тот и первым будет отвечать. Хорошо? Готовы? Да. Тогда смотрим. Это который ничего не видно. Из-за него ничего не видно, дорогу домой. Бывает закат. Закат солнца. Такой белый, густой. Он похож на дым и на пыль. Он поднимается из земли и рассеивается. Итак, ты первый. Алиса была первой. Итак, Алиса, о каком природном явлении идет речь? Туман. Хорошо. Как думает Диляра? Туман. Ну, Алиса ответила первой и ответила совершенно правильно. Это туман. А туман по-татарски будет туман. Ну что ж, мы с вами выучили 5 слов. И со счетом 3-2 мы переходим во второй тур. В эфире программа «Баргаляп Ираны», где мы вместе учим слова на татарском языке. Сегодня мы выучили 5 слов на тему «Природное явление». Давайте их повторим. Диляра, как будет по-татарски «снег»? Кар. Дрес. Алиса, ветер. Жиль. Умница. Диляра, молния. Яшин. Хорошо. Алиса, туман. Туман. Бик яхша. Диляра, тебе слово «дождь». Янгар. Абсолютно верно. Ну что ж, мы готовы начать второй тур, который называется «Истеколдер», «Запоминалка». Сейчас, уважаемые команды, вы увидите на экране 9 ячеек, в котором расположены различные природные явления. Ваша задача запомнить, в какой ячейке находится то или иное природное явление, и ответить правильно на мой вопрос. Итак, запоминаем. У вас на это 15 секунд. Итак, время вышло. С кого начнем? Алиса, давай начнем с тебя. Первый вопрос тебе. В какой ячейке находится снег? Хар. В третьей. В третьей. Открываем третью ячейку. И это правильный ответ. Молодец. 1 балл в твою копилку. Диляра, в какой ячейке находится жиль, ветер? Цифра 2. Итак, открываем вторую ячейку. Это правильный ответ. Умницы. Итак, Роза, вопрос вам. В какой ячейке находится молния, яшен? В первой. Уверены? Уверена. Открываем. Отлично, 1 балл в вашу копилку. Айсулу, в какой ячейке находится дождь, янгар? Восьмой, мне говорят. Говорят, что восьмой? Да. Тогда давайте говорят, открывать восьмую ячейку. И это правильный ответ, абсолютно верно. На следующий вопрос мы отвечаем с помощью наших игрушек. Как только я его задам, кто первый нажмет, тот и будет первым отвечать. Итак, внимание, вопрос. В какой ячейке находится туман? Диляра была быстрее. Итак, Диляра, в какой ячейке находится туман? В пятой. Уверена?
Мы немножко уверены. Немножко уверены. Давайте открывать пятую ячейку. И это правильный ответ. Я вас поздравляю. С равным счетом мы заканчиваем второй тур и идем дальше. В эфире программа «Берголяб и Ряник». И прежде чем начать третий тур, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, снег – кар, молния – яшен, дождь – янгар, туман – томан, ветер – жиль. Итак, мы переходим к третьему туру. Сейчас для каждой команды будет предложена песня. Но в каждой песне есть слово, которое мы с вами не услышим. Это природное явление. Итак, если вы готовы. Первый вопрос для Алисы и Розы. Слушаем. Итак, о каком же природном явлении шла речь в этой песне? Какое слово мы не услышали? Янгар. Янгар. Давайте посмотрим правильный ответ. Это неправильный ответ. Здесь прозвучало слово «жиль» – «ветер». Итак, следующий вопрос для Диляры и Айсулу. Внимание на экран. Итак, ваш ответ. Небольшое совещание. Нам надо подумать. Сейчас. Надо подумать. Думайте. Пять секунд. Итак, 3, 2, 1, ваш ответ. Туман. Туман. Я принимаю, давайте посмотрим правильный ответ. Это также неправильный ответ. Правильный ответ – дождь, янгар. Именно об этом шла речь в этой песне. Будем учить новую песню. Никогда не поздно учиться. Ну что ж, мы заканчиваем третий тур, и сегодня побеждает что? Дружба! Аплодисменты. Давайте поздравим самих себя. С равным счетом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Татар телем минем туган телем. Силяшуэ рахат ул тельда. Шул тель блян килим, шул тель блян силим. Милеттешим булган, харким гэдип язган Нажип Мадияров. Без дабу сузлерге кушылабыз, друзья. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. Келесу шрашулара кадар. Сау булыгыз! Сау булыгыз! Пока-пока!